Palácio. Итак, наш гордый ансамбль стремительной снежной лавиной спустился вам прямо с самых высоких гор, чтобы порадовать вас наконец-то настоящим музыкальным произведением. И петь мы вам будем не какой-то там тили, тили, трали-вали, понимаешь, а очень мудрый, красивый песня, базирующийся на реальных событиях. Итак, орли, что такой стеснительный? Готовьтесь к мировой славе. Готовы? Поехали! Но не песни пусто, пригласил в один кружок музыка послушать. Говорит в кружке домье, девушки с гитарой, выступать большая честь и почти что даром. Ойся ты, ойся, но выступать я ойся, вдруг чего не так спою, вот и беспокойся. Ойся ты, ойся, заранее готовься, не будет нам совсем отлично, ты не беспокойся. Я пошел гитар купил, пальцы струны жали, этим все бы покорил, но они сбежали. Друг учиться спеть сказал, чтобы петь красиво, три аккорда показал, я теперь счастливый. Ойся ты, ойся, все струна настройся, слышишь, какой звук пошел, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, хлопать мне не бойся, я еще такой спою, ты не беспокойся. Вот стою на сцене я, на гитаре играю, а со мной мои друзья песня подпевают. Женщин в зале много есть, и я им улыбаюсь. Для меня большая честь, что не разбежались. Ойся ты, ойся, танцевать постройся, будет бах какой красивый, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, хлопать мне не бойся, мы еще такой станцуем, ты не беспокойся. Отца! Ойся ты, ойся, танцевать постройся, будет бах какой красивый, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, хлопать мне не бойся, мы еще такой станцуем, ты не беспокойся.